И всем привет. Спасибо. Вы на канале Гамиган. С вами также ВДК. В общем-то, может, ты что-нибудь скажешь? Блядь. Ладно. Короче, ребята, играем сегодня Human Fall Flat. Дальше продолжение, это вторая часть. Получается. Я надеюсь, получится нормально, угарно, позитивно. Локальный выбор уровня. Мы на замке? Мы остановились на замке. Наконец-то. Я немножко сорвал голос там не из-за непредвиденных обстоятельств, так что ничего не страшного. Надо разбить замок. Просто не обращайте на это внимания. Да, разбивай замок. А ты можешь вообще разбить замок? Дай, кривая, ты, блядь, кривой, иди сюда. И на, замок, на. Смотри, с первого раза. Бам, просто. Вот там выкинул камень. Тебя тоже выкину. Иди да. Сюда. Сюда иди. Ладно. Пошли. Ты можешь взяться за вот эту штучку и высунуть ее просто с двери? Теперь тяни за дверь. Все, спасибо. Хуй тебе. Да нет. Да. Открой, ладно. Открой дверь. Все, поехали. Ладно. Так, а теперь я хочу на катапульту. Я не могу, бля, без катапульты. Давай. Давай сувать лей надо. Давай, стой. О, ты пролезешь, я думаю, потому что тут, ну, только ты сможешь пролезть, да. Так, давай, короче, залезай в катапульту. Я хочу попробовать. А что, если в стенку меня будет? Ебаш. Только давай, короче, я не буду на полную заряжать ее, да, вот так вот. Ты должен прямо в стенку прилететь. Полетел. Ну ты объебался, не слушай. Прям. Иди сюда. Это не так. Ты меня запустить еще раз хочешь? Да, я конечно. Иди быстрее. Я уже почти когда буду перейдем. Давай я сильнее тебя заряжу, короче. Давай ты еще знаешь, с кем полетишь? С моим другом Арсением. Слушай, а что если мы сейчас просто сломаем игру и пойдем, ну, не так, как надо пойти? На! Перелет. Давай, иди сюда. Сейчас залезаешь, и ты перепрыгиваешь точно так же, как этот кабель получается. Вы примерно одного веса, я думаю. Давай. Ну. Как же трудно на геймпаде играть. А ты... Давай. Вот так вот. Пошел. Нормально, все. Теперь я сейчас попробую запустить и делай там, что там надо делать. Давай коляску вот эту, да, пододвигай, короче. Куда-то. Просто делай что-нибудь, что надо. Ну да, что надо, делай. Делай. Я хочу катапульту сбросить. Делай красиво. Я хочу. А ты думаешь, ты её сможешь? Я не сомневаюсь. Я хочу, короче, катапульту сбросить. Нет, у меня слишком слабый персонаж. Мне нужен Хиросима. Давай, иди сюда. Пожалуй, откажусь. Воу! Опа! Радикальных действий. Слушай, я почти на крышу залетел. Блин, да, можно попробовать? Ты где? А я все. Ты уже перелез? Я прохожу. Да, дебил, тащить ее надо, нахер ты лезешь? Куда ее тащить? У тебя для сука дверь для кого открывал? Все, я понял. Агрессия, вот она в чистом виде. Давай, короче, сейчас я заезжаю на своей приоре. Давай, заезжай. Вот, самое интересное. И сейчас музыка. Баба Джан. Ты воспитал хулигана. Баба Джан. И посмотри, просто на него. Хулиган, я хулиган. Ладно. Потом можешь поставить. И давай, короче. Да ёб... Ладно, залезай. Раз. Два. Все, и теперь по вот этим штукам прыгаем. Просто. Что за Бэтмен? Потому что я Бэтмен. Я зацепился, все, изи. Тебе надо было, кстати, первый раз прыгать, так было бы полегче. Ты ничего себе, ты Тарзан! А может... Ты чё делаешь? Так, ладно, поехали опять.
прыжок. И теперь... Все, изи, я легко прошел. Давай представим, что ты мартышка, и ты прыгаешь по скалам. Давай, ты сможешь. Скалы? Ты сможешь. Что ты делаешь? Да я не хочу. Вон ту штуку тебе нужно запрыгнуть. Вон ту штуку нужно. Я хочу покачаться. Слушай, вот сможешь так, точно так же, как и я, сделать? Ладно. Отпускай. Окей. Нет. Нет! Нет, отцепись! Это был мой план! Сука! Ну все, вылезай, ладно. Я не хочу вылезать, пошли на дно. Сука! Что ты наделал? Я тебя грамотно... Я тебя сейчас убью! Ты посмотри, где я! И ты там! Просто, боже! Что мы за лузеры? Лузер. Лизер. Блейзер. Блин. Так, ладно. Не будем. Давай, залезай. Не будем. Огурько. Бля, реально огурько. Да ты зараза! Ну давай, короче. Зачем ты это делаешь? Нормально, давай, проходить игру, ты уже надоел. Зачем такие радикальные меры? Я не радикал. Я тамплиер. Ты смог с одной на другую? Сука, давай поменяемся, давай. Нет, я шучу. На клаву мышь. Я шучу. Блин, а вот здесь, по-моему, надо ее брать за вот эти палки, да, короче. Да, и... да. Почему ее нельзя так просто, блин, почему я не Халк? Потому что, ну, не дано. Все, так, ладно. Я двигаю ее так, чтобы, короче, ну да, пока ты там прыгаешь, страдаешь фигней, я работаю, я как всегда. Получаю удовольствие от прохождения. Ну, честно, что-то удовольствием. Блин, как мне это... Это кусок замка там слил? Где? Это катапульта, Я что-то её не видел. Давай её достанем. Её достанем? Ты залезь сначала. Сейчас я залезу, вообще изи. Как? Так, всё. Ну что там? Что ты нам нашел? Там нету ничего. Я вот здесь вот думаю, залезть можно как-то. Нет, там залезть. Я сейчас буду пробовать залезть. Я имею в виду, типа, оно там. Где? Ну, прям наверху, еще выше. Да. Вот здесь вот? Смотришь, да. Я сейчас по стене буду разбираться, нормально будет? Бать, тебе нормально? Все нормально, я пошел, короче. Ничего, я в последней миссии забирался, и тут заберусь. Так, подожди, я сейчас немного... Немного? У меня рука одебела. В реальности? Да. Да, это жестко. Короче, надо как-то по-другому. И я сейчас найду этот путь. Сука, она скользкая получается. Я нашел как. Как? Нужно вот эту повозку пододвинуть к этому дому. Ага, да? Да. Я думаю, что так. А ну. Давай, так как ты делаешь, давай попробуем. Опа. Изи. Изи, оно соскальзывает. Соскальзывает, тут я с тобой согласен. Да ё-моё, что ты соскальзываешь? Соскальзывай. Думаешь, да я соскальзываю. Думаешь, мне было удобно вот так вот. Было опасно. А куда ты пролез? А я все на другом здании. Нормально. Вот сейчас вот только вот не упасть бы вообще было бы. Я с тобой согласен. Нормально. Капец, я как человек-паук зацепил.
Блин, не поможешь. Нет, ну ладно. Помочь? Каким образом? Слушай, я уже залез. Так, все. И там реально катапульта, да? Я же тебе сказал, я тебе. Так в чем прикол? Я при первом прохождении мы ее никак не взаимодействовали. Никак не взаимодействовали? Да нет. Мне кажется, это просто можно сейчас просто скипнуть уровень благодаря. Давай, короче, сейчас я возьму. Давай тебя на максимум заряжаем. А и... почему меня? Чё я сразу испытываю? Ну я хочу посмотреть, что будет. А ну, что там дальше? Так, давай, залезай. Подожди, 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 стена. Ты не сможешь меня открыть. Так, давай, короче. Это борьба, борьба, пошла борьба. В ноги прошел, в ноги прошел. Оп, на прогиб, на прогиб, на прогиб. На прогиб, на прогиб, на прогиб. Нет, нет, что за бред? Что за бред? Гильотина, гильотина пошла. Опа, 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 гильотина, гильотина. Болевой, на болевой вышел, на болевой вышел. О, все. На болевой, это болевой. Сейчас я болевой тебе сделаю. А, нет, нет, нет. Ай, бля. У меня рука в гильотине. У меня рука в гильотине. Я болевой взял твою руку. Я на твою руку. Моя спина, блядь. Блядь. Нет, ну не надо, не надо. Залезь к этому пульту, пожалуйста. Блядь, тебе повезло, что я неправильно делал. Я бы тебя скинуть хотел. Полезай в лошадь, понимаешь. Если ты передумал, то уже поздно. А, да? Да нет, нормально. Все нормально, да? Так, я к тебе лечу. Так. А зачем вообще туда лететь? Посмотри вообще, что там надо делать. Тут ничего интересного. А ничего интересного? Просто скип уровень. Скип уровень? Да, скип. Скипнул. Я скипнул много всего. Во-первых, он мельница уже. Это, а, уже мельница? Да. То есть, стоп, а до нее как-то. А там нет еще. Блин, а прикинь, на каждом на вот этом уровне везде есть катапульты, по которым можно прыгать тупо и проходить уровень. Есть, наверное, но мне сейчас больше интересно. Зачем это все будет? Бля! А, бог. Я на мельнице. Ты не на мельнице. Вот мельница. А, нет, это не мельница. Ты подо мной. Вон ты. Где? Помоги мне! Да, как я тебе помогу, блин? Тебе до меня ползти, как до кита раком просто лезть. Так. Так, ладно, я понял. Значит, берем. Да, что я могу сделать? Это там все. Так, это туда лезть. Ладно. Чё? Выбор невелик. Так, ладно. Короче, я хочу взять вот эту палку и нет, и прыгнуть, как Тарзан, как Тарзан. Ну ладно, типа действуй. Блять. Тарзан. Ладно, а я смогу? А я смогу. Что ты сможешь? А я уже все. Я сделал что-то. Ты можешь сохранить и впахаться? Ладно. Значит, сейчас будет хорошо. Ну да, мы, воу, здорово! Мы скипнули некую часть, и вот видишь, даже... Мы процентов 30 скипнули. Нет, даже где-то 40. Нам всего-то осталось спуститься, получается, вот туда. Я хочу туда. Туда не надо. Там чё? Слишком долго по пещерам лазить. Это, кстати, правильное прохождение. Мы с тобой в прошлый раз, короче, прям скипнули еще раз, когда перепрыгивали. Зацепер. Я понял. А там пещеры, там, короче. Давай, короче, куда теперь надо? Слушай, если... Да, сука! Если... Дай! Не дай. Лезь! Оно тебя сожрет. Смотри, как это делается. И хуй забивает. Вот так вот это делается. О, что-то скинулось. Ай, сит! Что-то скинулось. Ты зависаешь. Так, 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 нет, 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 я не зависаю, я занимаюсь настоящими делами.
Бля, мне вот просто ради интереса, прям, ну, капец мне интересно. А здесь вот это, вот этой железяки есть же еще какое-то применение? Так. Ну, типа... Своего плаве. В прямом. Вот. Нет. Все же нет. Я просто не достану. Проблемка у меня. Ну, такая маленькая. Ну, прям... Маленькая проблемка. Прям ужасно маленькая. Неправильно раскачался. Труп. Неправильно покушал. Труп. Неправильно посрал. Труп. В любом случае. Неправильно что-то сделал. Ты труп. Чему это сейчас было? Я не знаю. Я сейчас сделаю то, что нам нужно. Я сейчас выполню то, что нам нужно. Я чувствую, что я сейчас заберусь. Я сейчас заберусь. Я же... Это... Сука, мне бесит то, что оно цепляется. Я прозацепер. Я прозацепер. Я просто хочу нормально перелететь, сучара. Мне бесит вот этот край просто. Не, я уже, может быть, мог бы и долететь, но все же я рисковать по мелочи не стал. Что, возьми меня за голову, пожалуйста. А, я помнишь, чем прошлый случай закончился? Помню. Ну вот я не хочу тоже повторять это. Я и сам выбрался. Ничтожная ты губка. Да-да-да-да. Стой. Давай на мельнице уже закончим эту серию. Почему? Ну потому что давай мы дойдем на следующую. Хотя бы. А, ты хочешь замок полностью пройти? Ну а почему всё, нет? Все, давай. Мы же проходим вроде игру. Да-да-да. Не ошибаюсь. Да. Мы сейчас пройдем этот уровень. В следующем видосе вы увидите, какой там будет следующий уровень. Потому что я сам не помню, я уже столько раз эту игру проходил, что я уже запутался в уровнях. Я надеюсь, не водный уровень, потому что... Водный. Я надеюсь, что это водный будет. Играть. Я тоже не очень хочу играть. Сам будешь проходить, я просто рядом постою. Воу-воу-воу-воу-воу! Иди сюда! Я тебя люблю! Нам всё, туда, изи. Куда нам надо? Я до катапульта. До катапульта. Видишь, это будет максимально жесткий прыжок. Тебя это было угарно. Ты видел меня, как вот это колбасило? Тебя распидорасило по-страшному. Ладно. Я сделаю немного по-иному. Блин, я, короче, убираю, а к тебе лечу и опять прыгаю. А. Так, где-то здесь есть выступ внизу. Такой хороший. Ага, вон нашел, все. Вон там надо прыгать. Вот эта палка, видишь, я твоя. И. Оу! Воу-воу-воу-воу-воу-воу-воу-воу. Воу-в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 оу. Воу-воу-воу-воу-воу. Вау, ты слышишь? Да, там. Пещера. Даже палка не помогла мне. Что, какая пещера, ёбаё. Это если мы по правильному пути шли. Это надо было сверху, прям спускаться от пещеры, и там, в общем-то, я повес. Или разве проходил по правильному пути? Да, потому что мы все время забивали. Давай, садись быстрее. Если правильно проходить, то это слишком... Все, на. Отпускай мост. Ага. Чики-бабою. И теперь нам нужно залететь, да, сука, в эту дырку. Сука, почему у меня руки дырку путаются? Нам нужно в дырку залететь. Так, сейчас я попробую себя запустить. Сейчас попробуем себя запустить. И раз. Почему это? Два. Я уже на той стороне. А как ты залез? А вот не важно. А, ты просто сверху залез. Сверху. Давай. Давай. Так угарно было смотреть, как ты там летишь, блин. Ладно. Ёпт! Что? А я? А ты пошел отсюда. Ладно. Останемся. Нет! Ты уровень. Нет! Нет! Скорее всего, будет следующим. Скорее всего, он будет следующим. Меня распидорасило. Ладно. Ладно, ребята, это был HumanFallFlat, вторая серия. Подписывайтесь на канал VDK Gavigan. Все, до скорых встреч, всем пока.